Всем привет, друзья! У микрофона мистер Чейзер, и мы продолжаем прохождение кооперативной фанатской кампании в третьем редалерте от маппера Эль Пегнус. Вы думали, предыдущая миссия была полным безумием? Так вот, нет, в этой третьей миссии мы будем страдать, а также превозмогать. Так что присаживайтесь поудобнее и созерцайте этот эпик. Ну а перед началом, как обычно, хочу традиционно напомнить, что благодаря моим подписчикам на Boosty я имею возможность дальше делать для вас такие классные видео. Так что и вы можете поддержать меня по ссылочке в описании. Спасибо вам за любую поддержку. Так держать, командир Ры. Вы освободили порт и выбили имперские силы. Мы выяснили, что флот поддержки пришел из Токио. Наверное, с роботами эти. Они фигурки с Акихабары захватили, а то я заказывал, да, еще месяц как едут, долго что-то. А также основной имперский флот базируется там. Не, до Кимакуры я пока что не доехал, а вот фигурки с Акихабары, это начало, так сказать, этой большой деятельности под названием «Разори себя сам». Так, если мы уничтожим их флот, они перестанут быть угрозой. Мы перебросим войска с помощью хроносферы. Вы должны закрепиться и уничтожить имперские верфи. Удачи! Как говорил классик, удачи на даче. Если не будет авианосцев, я расстроюсь. Ну, кстати, да, тут много воды. И, знаешь, авианосцев и... Ой, что-то это... Рэдди, поставь еще раз. Если не будет авианосцев и... Эти, как они, господи, центурионы. Авиация. Вот они тоже должны быть круто себя показать. Ну блин, если бы это был еще Red Alert Uprising, то можно было бы сделать AC-130, буревестники. О, они вообще просто из всех пизделей выбивают. Блин, они вообще великолепны. Перед вами стоят следующие задачи. Внимание, в секторе обнаружен генератор наночастиц. Ликвидировать японское военное присутствие в данном районе. С помощью хроносферы перебросить войска в нужные точки, чтобы окружить японцев. Так и сделаем. Окрузить японцев. Просто через атаку всех отправляем. Да тут на самом деле думать даже особо много не надо. Да. Нас просто больше. И мы жестче. С нами демократия. Можно собаками еще сработать, конечно. Но это по желанию. Да. Отлично. Так, ну что, спидран? Да. Поехали. Собаки, наверное, оставлю это здесь. Так, поехали. О, понеслась. Нужно как можно быстрее развалить все основы. О нефтекачалке не забудь. Да, кстати. Спасибо, что напомнил. С этим были у меня определенные проблемы. Я просто первым же этим поставил казарму. Да я понял, я что-то как-то тупанул. Что-то я как-то протупил. Так, я сразу волнорезы отправляю. Может быть, успеем развалить какие-то там основы. Чё, лаги опять небольшие. Ну ладно. Позвольте мне представиться, враг. Давай, не надо. Мое имя Синдзо Нагама. Да, всем насрать, как твое имя. Кэнди, ну ладно. Вам не справиться. Так, поехали. Ну, 15, наверное, много будет, давай десяток. Так, ну какие-то турельки мы сломали, да? Да, нормально, да. Хоть что-то успели сделать. Достаточно неприятное, но даже сломали. Ну, самое неприятное, наверное, да. Так, максимум авиации. Ну, нормально, работаем. Захватывай быстрее. Кошмар, а чего их так много? Вы вообще адекватные, ребята? Слушай, а мне помощь твоя пригодилась бы. Меня тут прям я трахают. Бегу. По КД, так сказать. Я что-то вообще прикола понять не могу. Какого хрена? Тут просто все сдохли. Ладно. Сделаем ракетчиков. Блин, еще у Альянса такая прям проблема с электроэнергией. Это просто песос какой-то. Да, это точно. Ну прям реально, одно здание построил, все, надо электростанция. Еще одну турельку построил, еще электростанция. Аж бесит немного. Ну что поделать? Мстители уже полетели?
Ну, у меня сейчас полетят. О, две штуки есть, хорошо. Меня тоже полетели. Так сказать, не отстаю. Давай вот так сделаем. А, не трогайте мои Афины. Ну или как они, не Афины, Мстители. Вот суки, одну убили. Это было неприятно. Слушай, миссии какие-то у Альянса, да? Прям мега экшонистые с самого начала. А ты не читал? Кого? В Дискорде писал. Да-да, читал. Что там за Империю будет вообще жопа. Нет, ты за это? За Альянс достаточно такие потные миссии. А, это да, это тоже читал, да. Ну они не потные, они, я бы тебе так сказал, наполнены экшеном с самого начала. Да. Типа это не как советские миссии, где там потихонечку, по чуть-чуть, тут сразу на. Полетели. Буквально сразу, инстантно. Так, все, минус все башни. Отлично. Можешь волнорезом, в принципе, отправляться пока. Кстати, да, хорошая идея. У меня их два всего, но тем не менее. Пусть будет. Юрика. Блин. А у меня никого нет. Ну, волнорезы. Помогите! Не бегут, чувачки. Да сейчас у меня волнорез подъедет, он хоть что-то сделает. Тут нужны чисто волнорезы. Так, погнали. Ну еще полторы минуты, нормально, успеваем. Успеваем, хорошо. Так, заморозку давай еще бахнем. Блин, там волновое орудие, охренеть. Жесть. И... Блин, ну ты глянь, сколько у верфи жизни осталось. Ну ё-май. Да за что? Суки, они еще мою авиацию бьют. Вот гады. Тут надо как-то, я не знаю, прям к берегу подойти. Я не понимаю, типа, что еще надо сделать. Чтобы успевать это все делать. Так, ну последнее осталось, да. Энергостанция, полетели. Эти гады еще, получается, дефают. Прям пытаются с своими гребанными тенгу что-то сделать. Так, ну все, дело сделано. Отлично. А теперь начинается веселье. А вот и верфи. Так, хроносфера нужна, да, сделаем. Да, захватить медиацентры. Справа. Надо захватить, да? Я понял. Ну, что-то мы сделали в прошлой жизни не так, значит. Бывает. Это было в прошлой жизни, так что не имеет значения. А все остальное развалить, понял. Ну, понятно. Блин, ну тип... У меня есть тип лунной походкой бежит. Ё-моё, а какой классный, аж флексит. Жесть. Он просто довольный. Ему классно. Так, все, строю хроносферу, строю энергию, поехали. Есть ощущение, что лучше сначала все остальные развалить, потом это захватить. Ну давай попробуем. Да, кстати, там вообще без проблем. Давай тогда начнем с левой базы. Я пока потихоньку по центру просто стану, а там разберемся. Так, нужна энергия. И еще энергия. Поехали. Так, ну тут можно, кстати, сделать парочку танков, чтобы они прикрывали. Лишним точно не будет. И еще больше электроэнергии. Прям с электроэнергией тут беда. Так. Хроносфера. Электроэнергия. Так, ну слушай, неплохо. Афина — это клевая тема. Единственное, что я даже не знаю, куда мне ее перекидывать. Она особо нигде тут не пригодится. Если так подумать. Она как бы реально здесь не особо нужна. Ну что поделать.
Что дали, тем пользуемся. Блин, Юрика! В чем дело? Вас понял. Мы их сделаем. Пора передать. Волнорезы. На сегодня работа закончилась. Оставьте все хорошо. Посмотрите налево, а теперь направо. Скорее сюда. Конец придуркам. Так, 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 аккуратненько. Что-то как-то сегодня прям хорошечно так лагает. Не сказал бы, что прям сильно, но есть. Проблемка. Там твою рефайнеры справа бьют. Ну так, к слову. Ух, ё-моё. Неприятно. А ты вообще тут? Да, да, там грёбаный сёгун. Ну как обычно. И не только он. Блин, там Юрика в центре. А, вон. Тут вообще это всего хватает. Душит жестко. Да, тут прям японцы сумасшедшие. Как смел ты напасть на Токио? Да пошел ты нахер со своим Токио. Никакой обиды. Только в игре. Так, максимальный уровень нужен срочно. Во, ну сейчас авианосцы буду делать. Это единственное, кто хоть что-то может здесь исполнить. Нормально. Надо, кстати, реально ждать хроносферы и пытаться под хроносферы куда-то войска перекидывать. Ну или пытаться, наверное, авианосцами все делать по старинке. Генератор на частиц. Неприятно. Неприятно. Так, авиацию я даже, если честно, пытаться не буду строить. В этом нет смысла. Прям реально нет смысла. Блин, а Юрика вообще как-то убить можно? Чё за бред? Во. Надо, наверное, волнорезы делать. Прям напрягает. Так, ну я пока стою по центру, я авианосцами все сдалека валю. И качаю звездочку себе. Мне кажется, самое полезное пока что можно тут исполнить. Так. Капец там врагов и лучевые орудия, и роботы. Ё-моё. Я, если честно, даже не знаю, как это пока пробивать. Я тоже. Ну просто их реально до хера. А, слышь, у меня есть один вариант. Вот так. Всегда работает. Ну хоть что-то. Я не знаю, тут как бы вариантов немного было. Как валить кучу врагов. Так, надо как-то разведку еще сюда делать. А разведку я не знаю, кем делать. Но авиация. Давай вертолетики Бураны сделаем. Они нормальная тема. Если что, используй хроносферу на юнитах врага и потом на море их кидай. Это работает, поверь. Понял. Я только что кучу роботов сейчас убил. Такой тактикой. Так, авианосцы. А, давай эсминец. Максимальный уровень. Давай пока сюда ехать. Но авианосцы вообще не то делаете. Ну, слушай, достают нормально. Сейчас вертолетиками будем разведку делать. Ой-ой-ой-ой, там Юрика. Там кто хочешь есть. Отлично. Вали ее. Давай, стреляй быстрее, пока она заморожена. Хрена там синоби. Да тут всего хватает, я тебе так скажу. Вообще всего. Так, давай еще так и вот так. Пока что делаю войска. У тебя там Юрика идет. На вечеринку. Подготовь ей тентакли. Ей понравится. Так, ну тут у нас чисто дефенс идет. Я бы сказал, даже тавер дефенс.
Афина, не знаю. Но Афина тут, наверное, даже не будет такой полезной, прям реально. Типа, не вижу смысла. Сферы закидывать под защитой, возможно. Да не, мне кажется, надо авианосцами просто бахать, и все. Типа, просто авианосцы. Работают безотказно. И всегда. Так. И сейчас будем еще тоже авианосцы делать. Поехали. Ну, чисто авианосцы. Тут как бы других вариантов просто нет. Прям серьезно, вариантов нет. Тут просто понимаешь, у японца слишком много всего. Я бы сказал, даже чрезвычайно много. И поэтому у нас вариантов немного, кроме как авианосцы. Так. Ну я, короче говоря, пока потихоньку левый остров буду сносить, а там разберемся. О, хроносфера. Можно кого-то выкинуть. Не, ну это вообще некрасиво, я считаю. Это я считаю некрасиво. О, сейчас если он супероружием сюда в центр бахнет, будет мне так классно. Как никогда не было. Ну можно, в принципе, миражи сделать. И их перекинуть хроносферой. Давай попробуем. Это хорошая тактика, потому что миражи довольно мощные сами по себе. И, в принципе, могут очень хорошо насрать. Это главная цель, насрать. Так, вертолетики. Заморозочка туда капитальная. Поехали. Время ледникового периода. А, там уже базы нет. Ладно. Подходим, не стесняемся. Ну, капец, у тебя там, конечно, авианосцев прям, мать честная. Сколько? Хватает. Это нормально. Это еще мало. Я еще не до конца воодушевился. Ты еще только разогрелся, да? Да. Так, поехали. Афина. Ну-ка, давай глянем, что у них тут интересненького. Ага, а тут никого нет. А теперь есть. Сиди, структура на тебя. Ну почему на меня? Ну слушай, у меня даже авиация выжила, офигеть. Ну, у меня уничтожили казармы и техцентр. Да, неприятно. Но это не самое неприятное, конечно. Главное, что Афины живы. Так, заходим. Опа, вот и свободная торговля. А вот и свободная торговля. Поторгуем. Слушай, на самом деле миссия, ну я бы не сказал, чтобы сложная, но что-то немножко душная. Музыка на фоне постоянно играет, прям долбит, и я не знаю. Как знаешь, типа есть мем, долбит нормально. Вот типа того. Прям даже передохнуть не дает. Типа сразу месиво идет какое-то, постоянное. По КД. Опа. О, фиолетовые войска, слышишь? Это что-то новенькое. Это что-то новенькое. Какие-то фиолетовые войска. Блин, авианосцы прикрыть бы. Можете на нас положиться.
Нормально, живем. Так, ну слушай, левый остров я почти развалил. Тут осталось, в принципе, хер да ни хера. И можно будет даже его захватить. И я даже буду считать это нормальным ходом. Ничего не вижу зазорного в этом. Так, похилиться. Так, ребята, в позицию и развлекаемся. Блин. Вот этого давай без этого. Такс. Что там у нас по инженерам? О, есть парочка. Поехали. Настало время экспансии. Не считаю зазорным. Нормально. Абсолютно. Это вполне нормальный ход. Что тут плохого вообще, не понимаю. Не вижу вообще. Вообще грязи не вижу. Вот просто не... Ух, ёб твою мать! А чё там эсминец делает? А? Чё там линкор Сёгун делает? С линкором Сёгуном я как раз таки не удивлен. А, я сделал сейчас вот так. Всё, нормально. Нет линкора Сёгуна. Всё, до свидания. Такс, а теперь мы... Ага, поехали делать тут базу. Это нам тут пригодится. Да, не на полную катушку, но как получается. А сейчас деньги пойдут, будет клево. Давай авиабазы тогда херачить, и не только. Так, вертолеты, бураны. Давай разведку сделаем. Разведка, мне кажется, полезнее будет. Разведка позволит много чего видеть. И не только. А, да? Слушай, ну это вообще некрасиво. А давай мы, наверное, вот так подведем. И вот так. Я не понимаю, что эсминец вот здесь делает. Где? Почему я его с ним не могу взаимодействовать? Это, наверное, их замаскированная техника. У них же есть замаскированные, помнишь? Ну, вот эти вот транспортники. Не помню, как они называются, но они неприятные, да. Да, интересно. Так, погнали строить. Это мы умеем. Не-не-не-не-не, ребята, нет. Не надо, да? Не надо, я не хочу переигрывать эту миссию в пятый раз. Сколько можно? Ребята, не надо. Давайте не будем спешить с выводами, да? Слушай, у меня тут какие-то юниты залипшие. А что за прикол? Да. То у меня тут юниты залипли. Вот здесь видел? А, это потому что, наверное, всех выбирал. Да нет. Вот они вообще не могут проехать никуда. Они как на мели, знаешь, сели. Типа на мели. Странно. Ладно, насрать. Так, Афина никого не видит, да? Ну и ладно. Очень странная херня. Давай тогда делать вас сюда. Так, ребята, самое время потихонечку двигаться вперед. Нам бы тут разведка какая-то пригодилась, но пока ее нет. А вообще, поехали на землю. На сушу, так сказать. Сейчас поглядим, что у них тут есть. Поехали. Ускоритель частиц опять? Да. Да ё-моё, опять туда же. Слушай, прям реально в одно и то же место долбит. Задолбал. А, хотя стой. Не. Так, хроносфера готова. Ну, кстати, я буду не против ей воспользоваться. Хотя нет. А
Аккуратненько. Вот сюда давай. Отлично. Поехали. Давай, ребята, развлечемся. Шикардос. Слушай, ну мне кажется, это еще не все, как обычно. Любовь. Сейчас мы захватим эту херню, уничтожим флот, и там что-то будет. Вам надо особое приглашение. Валите. Валите все. Так, а где Афина? Ага, вот она. Нормально. Я на орудие отправил Мстители, оно было разложено в режим турели, ну, в смысле, наземный. Как только я отправил, сразу переключился на воздух. Ну это же бот, он же жопа чует, где надо, что делать, понимаешь? Он задницей все чувствует. Блин, там этот гребаный сёгун. Как-то развалить бы его. Я готов захватывать. Захватывай? Я, в принципе, тут все убил у него. Тут осталось понты. Электростанция, походу, и все. Что-то слева. Так, все. Дело сделано. Вот там Юрика, кстати, была. Да, сейчас жопа. Ну, не зря, значит, экспансию делал, нам пригодятся финансы. Ой-о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 й
Варианты. Какие у нас варианты? Ну, пока варианты потерпеть. Пока варианты такие. Посмотреть, что он будет делать. Вариант потерпеть неплохой. Да. Так, а, они пошли мне базу ломать. Понятно. Понял. Спасибо. Очень приятно. Так, ну я попробую сразу вперед проломиться. Слушай, там оранжевая база у них осталась еще кусок. Ну ладно. Да, я в курсе. Мне бы, наверное, добить. Но пока похер. Вот сессия. Let's get party started. Ох, ё-моё, как же там много турелей. Как мы там Таней пройдем, никак? Слушай, я хотел попытаться Танькой что-то сделать, но тут что-то как-то вижу, ну, совсем не вариант. Блин. Вот так мне это нравится. Когда на авианосце толпень ломится. А прикрыть неким. Это да. Блин, я не знаю, давай сюда. Тут даже, я не знаю, Таня особо ничего не сделаешь. Ладно, пока так тусим. А, ну почему авианосцы? Так, ну мой экспанс сломали. Успешно, хочу сказать. Жаль. Мой пока нет. Ладно. До поры до времени. Таня. Блин, херово. Блин. Ну я даже не знаю. Сейчас уходить в жесткую оборону, типа, опять, да. Мне бы как-то вперед тут пропушить немножечко, было бы классно. А, вот заморозкой, сейчас попробуем. Сейчас попробуем под заморозкой. Зараза. Помогите! Все, я не успел. Ну? Танька, убей ее. Блин! Сука. Не успел. Эх, обидно. Я даже не знаю, что делать пока что. Типа, какие варианты вообще?
Просто какие у нас есть, черт подери, варианты. Где там собака с ума сходит. Да. На улице. Да блин. Надо им все гнуть, поубивать, они прям сильно бесят. В нашем здании диверсия. Да у меня тут базу пушат. Что делать? Какого хера происходит вообще здесь? Прям пушат базу, охереть. Так, ребята, вперед проходим. Ну, стреляй, что стал? Отлично. Так, ну у тебя ситуация хорошая, кстати. Ну, позиция флота. Пока пользуйся. Я попробую остров вернуть. Если тут что-то получится, конечно. Не, ну ты глянь на это гадство. Что это за херня такая? Это вообще нормально? Тупо пушат мне базу, на похер. Сволочь. И денег опять нет, кстати. Эй, чё с игрой? Ага. Чё-то сегодня сервера вообще не работают, я вижу, да? Это нормально. Красные? Еще красная база есть у противника, охереть. Блин! Да что ж такое-то? Ну, я официально уничтожен. Ну, тащи, у меня нихера нет вообще. Так что тащи своим флотом пока. Мне реально нечем тебе помочь пока. Мне тут восстановить бы то, что осталось. Что-то как-то слишком жестко. Типа он просто по КД танками херачит и прочим. А ты достанешь вот сюда? Нет? Сверху, до красного пси-деструктора. Попробуй достать по нему авианосцами, надо его развалить. Я тебе помогу заморозкой. Хоть чем-то, блин. Так, ну хоть энергию восстановим немножко, это вообще жесть. А, жесть. Так, отлично, одной проблемы меньше. Теперь надо как-то второй развалить, но я не знаю даже как там пробиться. Капец, у тебя дельфинов, ты нормально вообще? Ты зоопарк ограбил? Откуда дельфины? Блин, я даже не знаю, как там это все валить. А, хроносфера там не поможет. Так. У тебя с деньгами нормально все, да? Алло, алло, Ледитор. Да блин, я постоянно забываю, что я отключаю микрофон. Да нет, тебе вон этих БМПшек по 13 тысяч поклань. А, ну это хорошо еще. У меня ноль. Я пока в нулях. А че строевщик? А, эсминцы, нафиг надо. Нафиг надо пока эсминцы делать. Не нужны эти. Корабли с подводными крыльями пока. Что нам делать? Ё-моё, Сёгун! А, нормально, сейчас убьем его. Один дельфинчик остался, уже нет. Ну они быстро в расход идут, да. Есть с этим проблемка. Зато они, по-моему, зарашили Сёгунов. Вроде да. Осталось всего двое авианосцев. Тяжко, тяжко тут. Конечно. Надо как-то второй развалить им. Псид-инструктор прям очень напрягает. А, слышь, у нас есть вариант другой. У нас есть другой варик. Псид-инструктор или генератор наночастиц? А, псид-инструктор. Вот вроде как он гадость делает. А, его нельзя. Который красный. Наверное, сначала генератор бахать. А, ну да, он как бы его прикрывает, да-да-да-да, есть такая беда. И тебя авианосца долбит воздушки. Блин. Мне даже прикрыть нечем. Охереть, о, охереть. Не, ну спасибо, я только построил тут базу, сразу и убили, вот суки. Как тут вообще какой-то экспанд строить?
Да, надо генератор частиц сначала долбить. Блин, а. Придется опять тратить деньги на комбайн. Ребят, вот это валить. Что-то как-то, знаешь, все было хорошо до вот этого момента. А теперь все как-то в задницу идет. Максимально. Нате вам электроэнергию уберем. У вас нет электроэнергии временно. Хотя я вижу насрать. В каком-то плане. В каком-то плане им насрать. Так, заморозка. Ну нужна ли нам заморозка? Вряд ли пока где-то она нужна. А, хотя нет, нужна, нужна. Сейчас сделаем вот так. И вот так. Надеюсь, сработает. Блин, слишком рано бахнул. А, ну все равно заморозка не работает. Не, не, сработало, блин, рано. Тактика хорошая, но я слишком рано прожал кнопки. Есть одна максимально гениальная идея. У тебя есть точечный удар? А, ну или так, стреляй, 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 стреляй по генератору частиц срочно. Отлично. Он же заморозки. И по военному заводу. Военный завод, срочно военный завод. Военный завод. Отлично, все. Император пришел, посмотрел на этот бардак и не понял, что происходит. Ну а что вы хотели? Так, что-то у нас тут есть? Да, есть. Поехали, комбайн. Нам надо все-таки как-то здесь кинуть свои сети. Как-то. Ну там в шахте даже деньги, деньги какие-то есть. Выполняем приказ. Они у меня на хвосте. Он мой. Так. Синоби тут всякие. Классно им тут. Ну вроде как основной удар мы пережили. Вроде как. Блин, тут проблема. Увожу авианосцы. Сука, ну как же мало денег. Опять начинается старая история о главном. Черт подери, всегда не хватает денег. Вот постоянно одна и та же проблема. Супероружку бы какую-то жесткую. Нахер эту армию. Так, ну кстати, еще пси-деструктор было бы прикольно развалить. Но я думаю, следующим каким-то моим точечным ударом тиро-заморозкой я это сделаю. А, я понял, в чем у нас проблема. Что произошло? Ёб твою мать! Да почему сразу в меня стреляет он? Своим калом. Блин. Ну короче, у меня вообще ничего нет. Абсолютно ничего. Ну я даже не знаю, типа мне... Даже ничем не получится ничего сделать. Ну как бы... Меня просто, знаешь, санными тряпками решил боту заанигилировать. Вот просто всем пиздит. Все, что есть. Ладно, это продаем, нет смысла это строить. Надо энергию восстанавливать. Да... Жесть. Хорошо, хоть не все качалки живы. Хоть что-то помогает. Блин, у меня даже этих нет крыльев. Подводные крылья срочно нужны. Так, ледниковый период. Ага, понял. Работаем. Только теперь надо не быстро это сделать, а медленно. Сначала заморозка, а потом кидаем скилл. Ну... А, ему насрать на заморозку, да, на пси-деструктор? Спасибо. Прикольно. Самая мощная заморозка, а ему насрать. Обидно. Обидно. И, я бы сказал, даже нечестно. Ну, я не знаю, это, мне даже ничего не получится строить. Так, я, короче, иду за тобой.
авианосцами пытаться как-то саппортить, но это я не знаю. Как? А, слушай, а у тебя заморозка сработала. А почему у меня не сработала? Если что, ты замьючен. Так, напомню. Странная херня, конечно. Максимально странная. Типа, у тебя сработал ледниковый период, у меня нет. Почему, непонятно. Херня какая-то. Ладно. Хорошо, хоть у кого-то сработал. Так, ну сейчас, да, чисто авианосцами, думаю, сработаем. И, в принципе, на этом наши вопросы и порешаются. Блин, там сзади проблема едет. Огромная проблема. Прям с тыла, так сказать. Отлично, минус один, минус два, отлично. Тебя все еще не слышно. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, если не хочешь, не надо. Я тут побуду самым умным человеком, по моему мнению, с собой. Пообщаюсь сам с собой. Это тоже нормально. Это полезно. Блин. Так, разведка видит тебя, давай. Блин, нужна разведка. Ща будет. Потому что без разведки тут прям очень тяжело. Блин, тут проблема, Лендитар, проблемы. Нам всякие нагинаты едут. Так, о, разведка поехала. Отлично, хоть что-то будет видно. О, ребята. Роботы. Сюда. Хорошо. Так, ребята, там есть некоторые проблемы. Я вам про них не расскажу, потому что станет больно. Так, надо подводные крылья. Блин, ну чисто авианосцы тащат. Ё-моё, больше ничего не надо. Только авианосцы. Они, в принципе, даже сами по себе работают хорошо. Что такое? Ага. Блин. Такое дерьмо, конечно. У них комбинация всего есть. А у нас нет подводных крыльев. Да. Тяжело. Когда денег нет особенно. Пора начинать развертывание. Мы подобьем зенита, сэр. Типа, нормально, когда задний ход он стрелять не умеет. Прикольно. Слушай, я не знаю, у тебя вот деньги есть вообще? У меня всегда ноль. Просто постоянно. Угу. Так, комбайн. Там проблемки есть. Небольшие проблемки сюда идут. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ну-ка. Ага, вижу еще роботов парочку. Сейчас мы их сольем. Буквально. У них там еще Юрика стоит, но она, видимо... затупила или типа того.
Так. Тут есть даже немножко денег. Офигеть. Если мы сейчас что-то построим, будет так классно. Это будет прям жестко. Если у нас получится что-то построить. Я просто охерею. Сейчас просто наконец-то деньги появятся. Это будет прям мега жестко. Так, ну я вижу, ты пошел уже прям в атаку. Ну погнали. Подсаппортим. Блин, нет денег. Конечно, нет денег. Откуда им взяться? Так, разрыв континуума сюда. Пусть они пока будут не у дел. А там разберемся. А, блин, удара нет. Ну ладно, похер. Ой, наконец-то сейчас небольшое количество денег появится. Жесть. Я прям в ахере, если честно. Прям искренне в ахере с этого. Что сейчас какие-то деньги появятся. Ужас. А, диверсия. Ну и насрать. Главное то, что у нас деньги сейчас появляются наконец-то. Хоть в каком-то объеме. Так. Ну, блин, я даже не знаю. Мне кажется, это чуть ли не самая длинная миссия за последнее время. Но тут длина, конечно, зависит от того, что просто долго все происходит. Нормально. Так, ну две шахты с деньгами. Но это уже хоть что-то. Это прям уже успех. О, еще нефтянку забрали. Отлично. Это прям шикарно. Блин, Юрика! Помогите! Ребята, бейте ее кто-нибудь! Так, отлично. Развалили. Так, хроносфера. Где она нам нужна? Наверное, нигде, да? Да пока что просто авианосами, наверное, все валим и все. Остальное здесь, в принципе, не особо важно. Фу. Танчик? Ну ладно. Давай сделаем вот так. Никто мешать не будет временно. Так. Давай еще авианосец. Блин, деньги появились, офигеть. Я в шоке. Такое разве бывает? Шок. Давай, 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 давай. Да блин, почему так быстро оно закрывается? Ее, дело сделано, но ё-моё. Кошмар. Это такая духота была. Я даже, возможно, какой-то кусок вырежу, потому что это прям жесть. Прям 10 минут духоты какой-то. Прям вот сидишь, вот где-то вот в этом моменте, вот в этом вот, где у нас спад сильный, где-то вот 40-я минута, по 50-ю минуту, это просто 10 минут называется терпим, 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 все еще терпим, и мы все еще терпим, а потом хоп и побеждаем как-то. Ужас. Прям
ужаснейший кусок.